Друзья, всем привет! Меня зовут Алпашаева Динара, и сегодня вместо традиционного дайджеста хочу рассказать о том, как прошел этот год. Уходящий год вновь заставил нас адаптироваться под новые условия. Мы все научились быть гибкими и преодолевать любые сложности. Надеемся, что наши услуги помогли вам в этом. За год нашими мерами поддержки смогли воспользоваться более 6000 предпринимателей, самозанятых и тех, кто только мечтает заняться бизнесом. Наши специалисты обработали более 19000 обращений. Мы провели 140 обучающих мероприятий, 18 выставок, 5 зарубежных бизнес-миссий. Услугами нашего центра поддержки экспорта воспользовались порядка 400 компаний. Экспортеров, 35 из них заключили экспортные контракты на сумму более 17 миллионов долларов США. Более 1000 льготных займов выдал Удмуртский фонд развития предпринимательства. Сейчас у корпорации развития на сопровождении находится 40 инвестиционных проектов. В рамках их сопровождения за 9 месяцев этого года фактически мы привлекли более 1,2 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Спасибо, что были с нами весь этот год и доверили нам развитие вашего бизнеса. Желаю, чтобы в следующем году все ваши планы осуществились. Здоровья, счастья, с наступающим вас Новым годом!